Добрый вечер. В прямом эфире «Мира Белогорья» программа «Знающие люди». Это интерактивный проект, который создан не только для вас, но и вместе с вами. Вы всегда можете стать нашими соавторами. Для этого заходите на наш сайт mirbelogorya.ru и в наши группы ВКонтакте и Фейсбуке. Оставляйте там свои предложения, вопросы и комментарии. Ну и, конечно же, звоните к нам в студию. Телефон прямого эфира 58-44-10. А сегодня гость нашей студии – начальник управления Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков по Белгородской области Владимир Борисовский. Здравствуйте, Владимир Иванович. Добрый вечер. По традиции, для начала я предлагаю посмотреть наш сюжет. Как распознать наркоманию? Как с ней бороться? Куда обращаться за помощью? Куда сообщать информацию о местах распространения и людях, которых вы заподозрили в употреблении наркотиков? Что делать, если это ваши близкие? Что вообще такое наркомания? Об этом мы спросили посетителей сайта mirbelogorya.ru. Большинство считает, что это грех и зло. 29% уверены, что это болезнь. 12% – что это уход от проблем. 9% и вовсе считают, что наркомания – это утешение для лузеров. Поровну по 7% респондентов ответили, что наркомания – это следствие плохой работы наркоконтроля и что это поиск острых ощущений. Спросите о том, что волнует именно вас, в прямом эфире. Тема разговора сегодня – борьба с наркотиками. Кто побеждает? Владимир Иванович, ну такие результаты, я думаю, хороший результат для вас, что всего лишь 7% вы сказали, что это ваша недоработка, да? А как бы вы ответили все-таки вот на наш вопрос? Наркомания, что это? Ну, прежде всего, я хотел бы поблагодарить белгородцева и телезрителей за участие в этом опросе и за столь высокую оценку деятельности правоохранительных органов, в том числе нашего коллектива, за ту работу, которую проводим по защите населения Белгородской области от наркоагрессии. Слово «наркомания» – это термин чисто медицинский, означает диагноз заболевания. А вот все, что связано с потреблением наркотиков, это прежде всего изготовление, сбыт, транспортировка, хранение. И в некоторых случаях и сам факт потребления является криминальным событием, за что наступает уголовная ответственность в соответствии с действующим законодательством, либо административное, либо уголовное. Поэтому тот, кто думает о наркомании, тот должен хорошо понимать о том, что это криминальное явление. Ну, то есть все-таки вот вы согласны с тем, что прежде всего это болезнь, да, оттуда уже следствие, вытекающие последствия. Спасибо, Владимир Иванович. Начнем задавать вопросы. Начнем с нашего сайта mirbelogorya.ru, куда всю неделю поступали вопросы от зрителей. В интернете, Ваську и по электронной почте с разных адресов периодически приходят подозрительные предложения приобрести легальные курительные смеси. Всегда отправляю в спам. А может быть, сообщить куда-то, есть ли у наркоконтроля такие возможности, чтобы найти этих людей вот, по электронным адресам или айпишнику? Да, я хотел бы воспользоваться возможностью и обращаясь ко всем жителям Белгородской области, если у вас появляется какая-то информация, независимо от, из каких источников, вы можете сообщить нам по телефону доверия 27 27 77, либо 32 52 51. Это первое. Второе. Конечно, сегодня интернет входит во все сферы деятельности и жизни нашего общества, в том числе используется в целях криминальных событий. Поэтому правоохранительных органов, прежде всего в нашем управлении, создана специальная группа, которая осуществляет ежедневный мониторинг сети интернет. Если там появляется информация, которая пропагандирует употребление наркотиков, либо их сбыт, либо хранение, тогда мы в соответствии с действующим законодательством предпринимаем необходимые меры по документированию это преступное явление. В прошлом году нами было установлено 46 таких сайтов, где либо осуществляется пропаганда, либо сбыт наркотических средств. Необходимо сказать, что все эти сайты они были организованы и созданы, и их владельцы находились за пределами Белгородской области. Из них 16 за пределами Белгородской области, но в Российской Федерации, и 11 находились за пределами Российской Федерации.
В отношении всех этих сайтов было проинформированы территориальные органы, где это зарегистрированы эти владельцы сайтов. Да. А то, что касается тех сайтов, владельцев, которые находятся за пределами Российской Федерации, то через бюро Интерпол мы сообщаем эту информацию, и уже Интерпол работает с их владельцами за пределами Российской Федерации. И там, в соответствии с действующим законодательством этого национального государства, предпринимаются к ним меры, а к нам поступают ответы. И в итоге, значит, предпринимаются эффективные меры по пресечению подобных действий. Кроме того, это как бы мера профилактического характера. Кроме того, в соответствии с действующим законодательством организуются необходимые мероприятия по документированию преступной деятельности, которая совершается с использованием сети интернет. Подобных преступлений на территории Белгородской области выявлено более 100. И виновные лица, значит, они привлечены к уголовной ответственности. Ну, то есть это вполне реально, потому что некоторые вполне думают, реально. Что если делают это через интернет, то это невозможно никак найти, невозможно вычислить и наказать, соответственно. Те, кто это совершает, либо намеревается совершить, он глубоко ошибается. Это все уголовно наказуемо. Это все реально документируется. А тот, кто это видит, мы обращаемся еще раз, значит, необходимо нам сразу сообщать по этому поводу. И мы занимаемся не только там, где... прямая информация идет о наркотиках, но иногда используется совсем не прямое указание на наркотик, значит, а каким-то образом скрывается это. Но и мы тоже обращаем на это внимание и изучаем эти все вопросы. Спасибо большое, Владимир Иванович. Я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Телефон студии 58-44-10. Звоните, задавайте свои вопросы. У нас есть первый звонок. Алло. Здравствуйте. Вопрос такой. Когда уже будет введено обязательное тестирование школьников старших классов и студентов на употребление наркотиков? Спасибо. Спасибо. В российское законодательство внесены изменения. Уже действует закон, на основании которого проводится тестирование учащихся старших классов, учащихся средних и высших учебных заведений. Но необходимо отметить о том, что оно осуществляется только по письменному согласию родителей несовершеннолетних. Имеется приказ Минздрава, который определяет сам порядок их проведения. Это чисто такое медицинское мероприятие, поэтому я не могу подробнее комментировать. Значит, но в прошлом году на территории Белгородской области свыше 9 тысяч учащихся прошли тестирование. И только у 14 из них было установлено о том, что они потребляют наркотики. С ними вместе с родителями медицинские работники провели необходимую разъяснительную работу и приняли необходимые меры медицинского характера о том, чтобы приступить к их лечению. Видимо, имеется в виду, чтобы обследовали абсолютно всех, да, вот я так понимаю, поголовно, вот что имела в виду, скорее всего, наша телезрительница, когда говорит об обязательном. То есть такого нет еще, да? Обязательно нет. Вот выборочно это происходит. Первый вопрос. Только согласие несовершеннолетних, только согласие родителей происходит. Но если не желает родители сам, значит, студент, он может отказаться от этого. То есть даже если родители за, но сам студент против? Если несовершеннолетний, родители за, то он проходит. Потому что решение за несовершеннолетним принимают родители. Понятно, спасибо большое. Я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Телефон студии 58-44-10. Звоните, задавайте свои вопросы. Очередной вопрос с сайта mirbelogoria.ru. Интересно, насколько укомплектован штат Белгородской службы наркоконтроля и хватает ли людей, потому что сейчас многие силовые ведомства, как мы знаем, сокращаются. Еще интересует, как можно устроиться к вам на работу. Какие для этого требования? Штат нашего управления полностью укомплектован. Но в соответствии с решением правительства нашего государства, федеральная служба, как и другие государственные органы, подлежит выполнению программы по оптимизации штатной численности. Поэтому эта работа сегодня проводится. Я думаю, что она где-то в течение первого квартала будет завершена. Но несмотря на это, значит, задачи, которые стоят перед федеральной службой, мы будем и в полном объеме выполнять. При этом, значит, будем руководствоваться суворовским принципом. Не числом, а умением.
А умение – это прежде всего высочайший профессионализм наших сотрудников, высочайшая их ответственность, высочайшая их организованность, высочайший уровень дисциплины и строгое соблюдение законности. В соответствии с положением прохождения службы Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков на службу принимаются граждане России, которые по состоянию своего здоровья пригодны к службе в вооруженных силах в возрасте от 18 до 40 лет. За исключением подразделения обеспечения, это водительский состав, контролерский состав, на все остальные должности у нас принимаются граждане, имеющие высшее образование. Ведущим образованием у нас является это юридическое. Поэтому тот, кто желает, может к нам обратиться. Мы начнем его оформление. И затем, значит, при наличии вакантной должности, будет он рассматриваться в качестве кандидата на службу. Служба у нас по контракту. Если гражданин прошел все необходимые проверки, и он пригоден к несению службы, и на вакантной должности его заключается с ним контракт. В течение полугода он находится в стадии стажера. А затем уже он назначается, ему присваивается специальное звание, и он в дальнейшем проходит службу. Кроме того, в федеральной службе имеется свое учебное заведение. Это Сибирский юридический институт, он расположен в Красноярске. Те, кто желает поступить туда, особенно я обращаюсь к выпускникам средних школ, имеющих, и другим, кто имеет среднее образование, могут обратиться к нам в отдел кадров, либо, значит, на сайт нашего управления, на сайт, значит, учебного заведения. Там изложен подробно порядок поступления, какие необходимы документы, какие необходимо сдавать экзамены и весь порядок поступления. И если кто желает, пожалуйста, воспользуйтесь. Нам будет приятно, если белгородцы поедут учиться в наш, значит, ведомственный вуз. Ну вот, честно так, положа руку на сердце, Владимир Иванович, хватает людей, нет? Потому что для многих сейчас служба — это все-таки острая проблема. Но у нас сегодня, как уже сказал, штат укомплектован, и находится 40 человек в резерве. То есть они изъявили желание, они прошли либо полностью, либо частично уже проверку, пока нет тех фактов, которые бы явились основанием им в отказе в приеме на службу. Поэтому штат укомплектован, есть резерв, но мы готовы еще заниматься подбором. Чем больше будет у нас выбор, тем качественнее будет наш состав. Спасибо большое, Владимир Иванович. Я думаю, может быть, кого-то вы сориентировали по поводу будущей профессии. Но я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Телефон студии 58-44-10. У нас есть очередной звонок. Алло. Алло. Да, здравствуйте. А вот на телефон доверия наркоконтроля принимаются анонимные сообщения? Спасибо. Спасибо. Да, все анонимные сообщения, поступающие на телефон доверия, они записываются. Затем они все прослушаются и организуется их проверка. В прошлом году к нам поступило более 200 анонимных сообщений. Каждое сообщение проверено. На основании этих сообщений, значит, более 20 человек привлечено к административной ответственности. В отношении некоторых возбуждены уголовные дела и проводится проверка. Это имеется в виду в отношении по сообщению, когда гражданин анонимно сообщил, что то или иное лицо совершает противоправные действия, связанные с законным оборотом наркотиков. Значит, часть сообщений находится в проверке, значит, но часть не подтвердились. Поэтому каждое сообщение, оно записывается, регистрируется и проверяется. Ну, то есть законом разрешено анонимно, да, сообщать, потому что многие все-таки боятся, да, вот, каких-то последствий для себя. И вот мы обращаемся к жителям Белгородской области. Мы готовы принять в любой форме, значит, их сообщений. Значит, да. Те, которые поступают в формате заявления, либо поступают анонимно, как на телефон доверия, так и на наш сайт. Сайт тоже каждый день просматривается, и вся информация, которая туда поступает, она анализируется. Спасибо большое, Владимир Иванович. Я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Телефон студии 58-44-10. Звоните, задавайте свои вопросы. Кроме того, я напоминаю нашим зрителям, что в течение всей недели вы можете звонить по этому же номеру 58-44-10 и оставлять свои вопросы на наш автоответчик. Вот как поступила одна из наших телезрительниц. Правда,
скорее всего, это даже не вопрос, а такое пожелание. Давайте послушаем сейчас, Владимир Иванович. Я попрошу наших режиссеров Алло, включить. Здравствуйте. Я житель Белгорода. Моему внуку 14 лет, и я в целях профилактики хотела показать ему, какая ломка происходит с наркоманами и что это такое. Позвонила в наркологию, чтобы узнать, есть такие фильмы или нет. В школах нигде не показывают об этом. Показывать надо больше таких фильмов. Все. Такая кардинальная бабушка, как вот вы к этому относитесь? Ну, я прежде всего хотел бы поблагодарить телезрительницу за такой ее интерес к профилактике наркомании. Я думаю, что если мы так вот, жители Белгородской области, плотно стеной станем в вопросах профилактики, то мы обеспечим будущее нашим детям, молодому поколению. Фильмы есть, о которых это все показано. Но каждый фильм, он демонстрируется только после разрешения специально созданной экспертной комиссии. У нас в области создана экспертная комиссия из работников народного образования, здравоохранения, социальной защиты, специалистов, психологов. И они каждый фильм просматривают. И если они посчитают о том, что этот фильм будет воздействовать на детей, положительно, тогда его показывают в ходе проведения профилактических мероприятий. Фильмы, значит, вот антитакой наркотической направленности, они имеются на сайте Федеральной службы контроля за оборотом наркотиков. И если есть необходимость, мы можем оказать содействие в их приобретении. Но я еще раз говорю, значит, это выбор будет каждого родителя, либо бабушка, о том, что своему ребенку показывают или нет. Значит. А но когда... в школах все-таки не показывают. Значит, не показывают, значит, да, проводят, но после экспертной оценки. Значит, не каждый фильм значит, мы показываем. Потому что для того, чтобы не допустить негативного формирования негативного поведения у тех, кто эти фильмы будет смотреть. Значит. Потому что психология, психика подростков, она требует особого внимательного отношения. Ну, кстати, касаемо профилактики, есть вопрос также на сайте у нас. Как сейчас обстоит дело с агитацией и профилактикой среди молодежи? Все по старинке с агитплакатами или, может быть, есть какие-то новые методы, более действенные, которые ближе молодежи и лучше ими воспринимаются? Но если говорить о профилактике, то оно, прежде всего, предусматривает не только проведение бесед, каких-то лекций, плакатов и все остальное. Это такое направление деятельности, оно очень широкое. Но прежде всего, конечно же, да, беседы, лекции проводятся. Но я хотел бы отметить сразу два таких аспекта. Прежде всего, прежде чем беседовать, учитывается аудитория, возраст, кто такие, чем они занимаются. Потом, исходя из этих особенностей, уже преподносит та или иная форма проведения профилактической работы. Но мир изменяется, поэтому изменяются и формы работы с населением. То есть изменяется и форма профилактической работы. Сегодня наряду с традиционными есть инновационные формы, которые эффективно проводятся, эффективно воздействуют на создание слушателей. Это первый вопрос. Второй вопрос. Значит, есть формы такого, значит, профилактической работы правового характера. Значит, да. Это привлечение за те или иные нарушения к ответственности. Прежде всего, это за административное правонарушение. Вот мы говорили о том, что о сайтах. Там тоже предусмотрено ответственность. Либо закрытие этих сайтов. Это тоже мера профилактического характера. Одна из таких активно используется профилактических мер, это такая, как лишение гражданин того или иного права. Вот у нас на территории Белгородской области широко используется такая мера воздействия на лиц, которые наркозависимы. Если он является наркопотребителем, установлен его диагноз болезнью наркомания, тогда мы сообщаем об этом, значит, в прокуратуру. Прокуратура обращается в суды с иском о лишении его водительского удостоверения, если он имеет водительское удостоверение. То есть тем самым предупреждается управление этим больным человеком автотранспортное средство, которое может привести к тяжелым последствиям, если наркозависимый будет управлять транспортным средством. Но было бы странно, если бы такие люди не лишались, конечно, водительских прав.
Но он лишается не за нарушение правил дорожного движения, а лишается в связи с тем, что у него такой диагноз установлен, он лишается этого права. Вот в этом году более 100 исков было направлено на суд, значит, более 60 их уже удовлетворены. В нашей области широко используется гражданское законодательство, которое определяет, когда гражданин за какое нарушение может лишиться своего жилья. И в отношении содержателей наркопритонов на территории нашей области, значит, применяется эта мера наказания, когда, значит, по иску муниципальных образований суды принимают решение о изъятии у наркосодержателя жилья и решение этого вопроса по существующим нормам. Да. Вот у нас на территории области уже 19 содержатели притонов лишены своего жилья. Угу. Это тоже мера активной профилактической работы. Угу. Спасибо большое, Владимир Иванович. Напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Телефон студии 58-44-10. Звоните, задавайте свои вопросы. Осталось не так уж много времени. У нас есть очередной звонок. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Сейчас вот только говорят обо всех этих спайсах. Кто-то в больнице после них, кто-то умер. Ну, понятное дело, молодежь занимается этим, подростки. По всему городу на стенах надписи, найти телефоны, продам спайс, звоните. Кто-то вообще борется со всем этим безобразием или так вот на самотек и спускается все? Спасибо. Спасибо. Да, сегодня, последние годы, получил распространение такой вид наркотических средств, как курительные смеси, либо спайсы. Поэтому сегодня сосредоточено внимание федеральной службы и других правоохранительных органов, и органов местного самоуправления на решение этой проблемы. Особенно в течение летнего периода прошлого года на территории Российской Федерации было зафиксировано более 700 отравлений массовых, при том более 25 граждан, значит, умерли от передозировки этими спайсами. И сегодня государство решает следующие принимает меры к решению этой проблемы. Но первое о том, что требует повышения эффективности от правоохранительных органов по выявлению, установлению и пресечению подобных преступных проявлений. И при этом федеральная служба, в связи с тем, что она наделена полномочиями организации создания своих представительств за пределами Российской Федерации, для того, чтобы с другими зарубежными государствами более эффективно, плодотворно решать эту проблему, потому что незаконный оборот наркотиков – это международный криминал, значит, он связан не только с территорией России, а, как правило, в этом процессе криминальном участвуют многие государства. Вот эти спайсы, значит, к нам поступают из стран Юго-Восточной Азии. Первый вопрос, значит, да, это изменение законодательства. Сегодня по инициативе Федеральной службы Государственной Думы приняла закон о том, чтобы предоставить право Федеральной службе приостанавливать оборот тех веществ, которые плавно воздействуют на здоровье человека. Вот эти спайсы, курительные смеси. Во-вторых, значит, введена повышенная ответственность именно за незаконный оборот спайса. Значит, уголовная ответственность наступает такая мера наказания, как лишение свободы от 2 до 8 лет. Значит, да. Третье направление – это не только пресекать на территории Российской Федерации, но и за пределами. Значит, да. Поэтому в течение этого года проведено совместно с правоохранительными органами стран Юго-Восточной Азии, ликвидированы целые, значит, наркокартели, привлечено более 200 человек к уголовной ответственности во всех государствах. Откуда поступал на территории Российской Федерации дизайнерские наркотики оборотом на общую сумму свыше, значит, 500 миллионов долларов. Значит, да. И сегодня активно проводится работа с Китаем, с китайскими правоохранительными органами, значит, да. Но и вот совместными усилиями, значит, правоохранительных органов, органов местного самоуправления удалось сдержать такой массовый наплыв
курительных смесей на территорию Российской Федерации. Угу. На территории Белгородской области она не изолирована. То же самое, значит, имеются факты, значит, незаконно сбыта курительных смесей. Сегодня совместно с органами внутренних дел Белгородской области принимаются активные меры по пресечению этого. В прошлом году было пресечено более 100, выявлено более 100 преступлений по этому поводу, изъято более 2,5 килограмм спайсов. Но если 2,5 килограмма, чтобы было это понятно, одна доза потребления по отдельным видам курительной смеси составляет 0,001 грамма. Mm-hmm. То есть таким образом было изъят из незаконного оборота такое количество наркотических средств. И тем самым предупреждено массовое отравление жителей Белгородской области. Владимир Иванович, можем мы посоветовать нашим зрителям, если они где-то видят вот такие надписи, обращаться опять же к вам и сообщать эти адреса, телефоны? Да, я пользуюсь возможностью, обращаюсь ко всем жителям Белгородской области. Если что-то известно, номер телефона, где-то вы увидели надпись на заборе, на тротуаре, значит, немедленно нам сообщайте. Мы вместе с коммунальными службами, прежде всего, значит, это убирается. Значит, mm-hmm. Но самый главный вопрос не убрать, значит, а установить. Значит, да. Мы начинаем проверять эти телефоны, кому он, ну, и все проводим весь комплекс необходимых оперативно-розыскных и следственных действий для того, чтобы установить лицо и привлечь его к ответственности. Mm-hmm. Владимир Иванович, к сожалению, время у нас ограничено, оно подошло к концу. Я благодарю вас за то, что вы сегодня к нам пришли и так подробно ответили на вопросы наших зрителей. Ну, а наших зрителей, конечно же, как всегда, благодарю за активное участие и напоминаю, что каждую пятницу в 20:00 в прямом эфире на Мире Белогорья «Знающие люди». Всего доброго.